Мы можем отследить почти
почти все. Начиная с наших дней до так называемого Большого Взрыва. Самого истока нашей Вселенной. Это самое чистое выражение энергии. Строительная единица всей материи. Из которой состоят кирпичи, из которых построен дом, или окружающая среда, в которой мы живем. Энергия везде. Энергия не может быть ни создана, ни разрушена. Она может быть только преобразована. Микроскопические частицы пыли дали жизнь каждой из планет. Объектов настолько больших, что они смогли притянуть другие объекты с помощью невидимой и мощной силы тяжести. Эти небесные тела сталкивались, соединялись и преобразовывались в этот период масштабных перемен. Когда закончился весь процесс, осталось 8 устойчивых планет. Thank you.
Все, я понял. Thank you.
Thank you.
Нет, сколько энергии вырабатывает волна, которая у нас была? 750 кВт. Это означает 50 электрических машин могут соединиться в одно время. Жили бы так. Я смотрю, как это хорошо.